Всем привет! С вами Вадим и компания Lemma. В этом видео я покажу, как собрать модель Катюша из серии «Военная техника». В набор входит 58 деталей, изготовленных из березовой фанеры. Клей ПВА и наждачная бумага. Инструкция по сборке. Первый этап. Собираем запасное колесо. Оно состоит из двух частей. Просто наносим клей и прикладываем детали друг к другу. Затем клеим канистру, которая состоит из трех частей. Пока колесо и канистра высыхают, можно вставить стойки для ракет. Для этого наносим тонкие полоски клея на то место, где будут стоять детали. И просто вставляем их в пазы. Теперь вставляем канистру и запасное колесо. В этом случае клей наносим на сами детали. Второй этап. Сборка кабины, моторной части и установка ракет. В первую очередь собираем кабину. Для этого приклеиваем дверцы к крыше. Вставляем заднюю стенку. И переднюю. Затем устанавливаем кабину на основу машины. Теперь собираем моторную часть. Боковые детали устанавливаем в пазы. Вставляем радиаторную решетку и приклеиваем капот. Осталось поставить ракеты. Для этого достаточно нанести по капле клея на каждый шип. Третий этап. Сборка крыльев передних колес, фиксация снарядов и установка колес. Собираем крыло, которое состоит из трех элементов. Также склеиваем второе. Устанавливаем их в пазы возле мотора. Каждое заднее колесо состоит из трех сплошных кругов, одного лицевого с гравировкой и фиксатора. Переднее колесо состоит из одного сплошного, одного лицевого круга и фиксатора. Чтобы колеса вращались, приклеиваем только фиксатор. Осталось только вставить снаряды, и Катюша готова! Приятной игры и до новых встреч!